Алло. Алло, да, Максим Сергеевич, теперь вам удобно говорить? Да, да. Кто вы там? Я что-то прослушал. Смотрите, я Сенцов Андрей, с отдела контроля операций Сбербанка России. Ага. Являюсь вашим специалистом. Мой ID номер 005786. Наш разговор записывается и имеет юридическую силу. Подскажите, пожалуйста, Максим... Что там? Максим кошка Сергеевич. Опять меня, что ли, перевела? Что, простите? Опять кошка деньги перевела, что ли? Нет, не кошка, не знаю. 10 минут назад была подана заявка с вашего личного кабинета на потребительский кредит. Данная заявка вызвала у нас подозрение, потому что была подана из города Уфа, а не из Кирова, и поэтому мы с вами связались. А, это кошка, наверное, у меня опять. Она у меня деньги уже переводила. Ну, кошка, собака такая, она у меня ходит по этой, по клаве, деньги переводит. Это что-то новое. Да, я... На работу такого не слышал. Я сам обалдел. Максим Сергеевич, просто еще дело такого рода, что заявка была подана из города Уфа, и сейчас мы проверяем на... Возможно, третьи лица завладели вашими личными данными и сейчас пытаются вести неправомерные действия. Да не, это кошка, потому... я же говорю вам, кошка это у меня ходит по клавиатуре и вот деньги переводит. Угу. Было уже такое, было кошка это у меня, собака такая. Я понял вас. Вы попросите кошку, может быть, она мне как-нибудь переведет денег. Ну это уж как она пожелает. А что, я понял. Деньгами вообще беда, да? Не-не, все отлично, это шутка. Ну, кредит сейчас она там оформит, да, и все, сейчас может потом перевести, наверное. Она же сейчас берет, да, может... как вы там сказали, кредит да, берет. Да, да, оформляет кредит, ну, точно. Вот. Лоток, наверное, новый себе купит, там, не знаю, что. Я понял вас, ладно, спасибо, хорошего дня. Да, до свидания. До свидания.